Оленька Бузова добилась колоссальных результатов во многих сферах. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» успешно выступает как певица, выпускает бренд одежды и готовит проект на YouTube-канале под названием «Бузова Лайф». На телеканале ТНТ-4 решили собрать все шоу с участием Оленьки Бузовой. В следующее воскресенье там стартует «Бузова ТВ». На нем будут транслировать существующий контент с участием Оленьки Бузовой. Оленька даст «Бузова ТВ» не только имя, но и будет сама следить за всем контентом. В пресс-службе отметили, что это единственный случай, когда на ТВ появляется канал. Канал в канале, анал в канале, каналу по каналу, аналу... моего творчества хватает аж на целый телеканал. Да, нам так приятно, да! Ой, ужас! Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,5 миллионов подписчиков в Инстаграме, а еще и 90 миллионов телезрителей по всей стране. Господи, бедные люди! 12,5 миллионов людей и еще и 90 миллионов телезрителей. Охренеть, Олька, ты вообще, смотрю, вообще уже, блядь, с дуба рухнула. Постепенно фамилия Оленьки Бузовой станет целым брендом. Не только на словах, но и на бумаге. Да, будет официально зарегистрирован бренд под названием Ольга Бузова. Звезда подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака. В скором будущем можно будет купить ветчину Ольги Бузовой, сыр, носки, трусы, прокладки Ольги Бузовой. Инвестирование в собственный телеканал должно сформировать лояльное отношение к будущему бренду артистки. Директор телеканала Бузова ТВ считает, что Оленька поднимет рейтинги их каналу.